Неравнодушные тюменцы отправили гуманитарную помощь землякам, а именно военнослужащим 40-го гвардейского инженерно-саперного полка, который формируется в Ишиме. Саперные каски, коллиматорные прицелы, глушители, миноискатели и многое другое передали бойцу с позывным «Белый». Молодой человек проходит службу по контракту, он и его товарищи сейчас находятся в отпуске в Тюмени и скоро вновь отправятся в зону СВО. Много людей отвлекается, гуманитарная помощь приходит. Мы тоже снимаем, говорим спасибо большое, что победа будет за нами. Хочу обратно вообще. Я уже не знаю, что делать. Прям обратно рвусь. Деятельность этого полка знакомы давно. Значит, бывали в этом расположении еще до начала специальной военной операции. Значит, в День защитника Отечества приезжали, поздравляли, были на экскурсии. Ну и это наша, как говорится, гордость.